В областной столице в эти выходные тоже было не так уж спокойно. Самое неординарное происшествие случилось накануне вечером. Женщина пришла в гости к приятелю, а тот взял ее в заложники. Разговаривали, потом на почве, пока еще выясняется непонятно каких обстоятельств, хотела она уйти, но он под угрозой насилия не стал отпускать из квартиры. Поняв, что без посторонней помощи ей не справиться, женщина стала звать на помощь. Бдительные соседи услышали ее и вызвали полицию. Я услышала крики, открыла дверь, кричала девушкам. Мне показался один голос, соседка моя говорит, двое кричали, стучали молодые люди, которые позвонили своей девушке, а та сказала, что нас удерживают и нас насилуют. Пока мужчину отвлекали переговорами у двери, полицейские вместе со спасателями поднялись на автоподъемнике к окну квартиры и освободили пленницу. Спецоперация заняла ровно час. Пострадавшая написала заявление, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении теперь уже бывшего ее приятеля. Пока мужчину отпустили из полиции под подписку о невыезде.